И в завершении выпуска традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск», о чем расскажут своим читателям журналисты печатного издания. Узнаете прямо сейчас. Действительно ли водопроводная вода в Мурманске опасна для здоровья? Или ее можно пить из-под крана? Журналисты «Вечернего Мурманска» нашли ответы на все эти вопросы. Как привести себя в форму перед отпуском, не мучая организм жесткими диетами? Об этом читателям «Вечерки» рассказала нутрициолог Наталья Прасова, которая опробовала прогрессивный метод похудения на собственном муже. Пьяный житель Североморска топором изувечил домашнюю собаку на глазах собственной дочери. Несколько дней назад похожий случай был в Кандалакше. Чем вызвана немотивированная агрессия и понесут ли живодеры наказание? Все подробности в свежем номере городской газеты.